Привет! Бля. Не, ракурс эти балдежные, слышишь? Я бы так и оставил. Ну только с камеры, конечно, поинтереснее качество. Нихуя, срака! Слышь, как тебе моя срака? Да ты убери сраку свою ебаную, блядь! Блять, я после душа, короче, у меня глаза фул красные. Да я знаю, вы в Киеве все долбите, это нормально. Ясно, блядь, понятно, блядь. На, сука, на, сука, на, сука, на, сука, получай. На самом деле, это пиздец больно, когда в нос попадает. Ненавижу, когда в нос били, когда я была сраной. Сай, прости, но а как ты хотел? А как ты хотел? Жестко, больно. Опять это GTA, блядь! Нахуй мне это GTA смотреть? Так, а, тут сборник GTA? Давай один день пойдем. На татами попиздимся. Давай, блядь. Смотри, знаешь, что мы учили меня в школе? Смотри. Становись стойку. Становись, видишь? Долбоё, блядь. Фу, ну дрочить на улице. А где не фу? Ну дома. Не, блядь, реально не фу, дрочить на улице. А в смысле? Это вообще, блядь, по-моему, это законно наказуемое, блядь. Когда я просто помню... Я тоже помню. На остановке возле моей общаги университетской 3 раза мужик сидел на этой остановке, на лавке, и дрочил свою пизду, хочу сказать. И дрочил свой писюн. Он еще... Знаете, вяленький был. Фу, блядь, он такой рыготный был. Я чуть не обливалась тогда. Просто я как будто вспомнила. Такой гриб малюнький, повисший. Это пиздец. А если бы мне было 5 лет? А если бы мне было 7 лет? Это стресс на всю жизнь. Фу, блядь, смокотачил, пишет. Это, ну... Он еще не вставал, он просто такой... Я ходила на пляж, и там, ну, я просто ходила, ну, не купалась там, просто ходила, и там Кен в кустах стоял, дрочил, его потом мусора забрали. Что, блядь? А, это ложка. А, вот. Так будет прикольнее, он будет вот так вот. Радиус действия атаки. Андрей, просто возьми, так и хуй, бери к ноутбуку. Просто тебе скажет краш-тест, блядь. Но если ты его разобьешь? Похуй ему. Нормально. Ему похуй. А сбоку вот так вот так. Блядь. Погнали. Файл. Файл. Тут. 1-1, по-моему. 2-1, 4-1. Сюша! 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поехали, жирачики, поехали. 1, 2, 3, 4. Где этот гном, блядь? Я вот так стою, блядь, я попасть, блядь. Копье у нее, вторая фаза оружия, копье. Ты где? Я подъезжаю. Только не тазери, ума. Можешь? Как вам? Ну че ты туда залез, блядь? Как вам называется штука? Триммер, да? Да блядь! Триммер! Блядь, триммер! Точно! Мой парень скоро день рождения, кстати. Я хотела ему подарить футболку Travis Scott коллаборации с McDonald's, но нет подходящего размера. Лёш, ай. Олеся говорит, что она меня любит. Готов побороться за меня? Кто? Ты. С кем? С Олесей. Не конкурент. Согласна. Она такая, конечно. Что ты как бы это... Я бороться не буду, я человек простой. Не захочешь быть со мной, ну и хуй с тобой. Ебать! А как я тебе сказал только что? Нихуя себе, блять! Смотри, что нашел! Насадка? Ну, походу, я не знаю, как это работает. Протестируем? Это мне нужно для носа.
Класс. Я такой штукой никогда в жизни не пользовался. А прикинь, сейчас сопля будет потянется. Если честно, мне друзья... Фу, она это сказала, и я вспомнила случай в школе, в классе 6-7, как мой одноклассник такую сальпу, соплю, короче, ну он не достал, она у него вылезла вот такая вот длинная, огромная сопля, и он смеялся вот так вот, и обратно ее засовывал, блять, это пиздец, о боже мой, мне вообще деньги вообще, ну, мне не важно, мне деньги вообще не нужны, мне самое главное это... Сальпа. Друзья, дружба, мои кенты, мои кореша, понимаете, ну, на деньги мне вообще, ну, понимаете, друзей за деньги не купишь. О, ну пугать собрались, ебанаты, блядь. Все, безу. Если меня не убьют, я не... Ебать, мне пизда, блядь. Брат... А! Блядь, шелёк. Короче, вот так. Охуеть! Прикольно, кстати. Сейчас. Смотрится. Но я не люблю белые штаны. Ебать мой рот, нихуя себе! Что значит come here? Иди на мой хер? Come here? Иди хер? Что значит come here? Кончать сюда? Кончать кам? Ой, или хер? А, вход тут. Блять, опять меня наебуете, англичане. Come here. Хир. Бля. Спасибо за рекламу энергосов. Сестра работала в магазине. Из-за переработок пила энергосы и в результате умерла от инсульта. Теперь квартира бабки моя. Спасибо еще раз. Отлично. Кам, это кончать? Сильвер, ебаный, иди нахуй! Не верю. Блин, хоть у тебя что, пол ебаника не видно. Чуть камеру сделай назад. Хорошо. Из монитора вытащи. Блять, вы упали нахуй. Блять, ты еблан, я испугался. Ой. Ебать, что стоит. Я сейчас загуглю. Смотри, сейчас буду делать сальтуху с перила. Смотришь? А как пишется конфер? Лови. Ловишь? Давай. Алле, оп! Оп, блядь! Подождите, как пишется кам? К, С, Э, М, Хэра? Кончить, реально! Кончить! Хэра. Кончить сюда. Я вам не верила, прикиньте! Кам, ай... Блин, а мне говорили кам, хер. А я думала, иди сюда. Реально, мне когда-то такое говорили. Кам, просто кам. Или просто кам хер, ну типа иди сюда. Блядь. Так в школе тоже учат слово кам, нет? А, коме. Коме? Коме. А это там по-разному просто пишется. Кам сюда. Кам кончить, ёпперсете. А, то мне говорили все правильно. Офигеть! А я не знала. Прикольно, звучит одинаково, да? Папа, держи.
На, держи, папа. Сюда, вот апельсин. Сюда, 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 сюда. О, папа, это аптечка. Папа. Да! Обед после, после сытного обеда. Ого, блять, что? Ой. Чел мне говорит, он тупой, мастурбация улучшает иммунитет, поднимает настроение, а также улучшает качество спермы. Дрочить полезно. Я согласен, но не три раза в день, семь дней в неделю, блять. У меня было такое, что я типа уже закончил, а ничего нету. Я думал, все, закончился мой род. Закончился мой род, блядь. Кого-то рожать-то будешь, блядь. Нету рода, все, блядь. Салфетки уже нахуй не нужны, блядь. Анонизм к чему не привел, видите? Я настолько смелый, двух подруг, фу. А я сейчас каждый день па-па-па-па-па-па настреливаю с этого пулеметика маленького, блядь. Нахуя мне этот пулеметик, блядь? Если лучше бы вся эта энергия шла в голову, я бы что-то насыпал, блядь. А так, по факту, всю свою силу я оставляю в этих ебаных салфетках, блядь. Эти салфетки идут в мусорку, блядь. Там, там люди смотрят, Борин, встань, боже, не позорься, пожалуйста. Могу. Да иди ты нахуй, блядь, с этим кто? Хватит по соусам, тошнит. Открывай рот. Нет, ну наебал. Сейчас, сейчас, сейчас. Открывай. Блядь, это слюна? Ты плевала? Нет. Ну можешь угадать? Ты это часто ешь. Масло? Почти. Так, когда я закрываю глаза. Еще раз? Еще раз. Это масло? Это реально сложно, блядь. Я не знаю, почему мне первое, что пришло, это... Это, знаешь, ублюдская, переваренная, блядь, морковь мягкая, нахуй. Оскара, да, все. Челики в чате, сперма, сперма, ха-ха-ха. Да я тоже об этом подумала, блядь, челы. Боже, какие мы все одинаковые, об одном думаем. Нет каких-то других мыслей у нас. Мы какие-то все такие дефолтные. Я тоже подумала про сперму и что. Сперма, ха-ха-ха, сперма, смокота. Я в пизду. Что, я не люблю бананы, что? Блин, вот сразу видно, знаете, есть квихантик, который фильмы смотрит, да, и есть человек, который старается. Ух ты ж, блядь, нихуя, у меня тоже, походу, катаклизмы. Вы слышали, блядь? Давай, поехали. Все, покосило. Что за суета? Вырезать их куда-нибудь. Ребят, я никогда не пил и не буду пить. Я вообще за ЗОЖ. Чё несёт? А что такое, ушёл из фрик-сквада? Это правда, кстати? Каравай, забыла, как его зовут. Каравай, это правда? А я сижу просто, пью водичку, просто обычную, сок. Марк, видишь, что я бухой? Я бухой? Да, не, пиздёшь. С Новым годом. Ура. Каравай, 2021. А где шея? Ебать, загадка жатка, Жака Фреско. Блять, да куда он нахуй опять пошел? А подождите, а как у него канал? А чё он закрыл? А чё он замазал? Чё он замазал? Блядь, мне же интересно посмотреть, как называется этот ролик? Как это он называется? Как... Каравай. Каравай. Ого, 192 тысячи, неплохо. Нормально. Ой. Сука, он заебал! Не могу! Пизду, не, ебаный, не успел, блядь, приехать, уже, сука, конфликты разводишь здесь. На лету
переобулся, давай. А, блядь, там вкладка же есть. Но я не посмотрела туда, я посмотрела вниз. Типа, там, где замазано. Ну, видите, ну, тупая. Так, блядь, пизду, я тебя не слышу. Нет, ну куда он опять, блядь, пошел? Я сейчас сама уйду, я не могу уже, мне уже трясет уже, когда он уходит, я не могу. Желания такого прям нет, но вообще, возможно, хотел бы. Я хочу скоро приехать в Питер к Диману, увидеться с Диманом, своим любимым, блядь, папочкой. Короче, и если папочкой. Меня кто-то из Фриксвада пригласит куда-то в какой-то город, я... Слышишь, с любимой папочкой, так может быть тогда с какой-нибудь мамой приедешь? Мне обязательно родной. Это музыка 50 еще? Кер, что мог... Welcome to Tarkov, ladies and gentlemen. Во сколько много GTA? Twitch FM. Ой, what the fuck? Мне еще батя пердит. Охуенно, блядь. У меня батя ходит на корточках и пердит просто по лестнице. Вот это батёк. А еще как-то можно чат? Яааа! Блядь! Ну чуть-чуть, нахуй! Лупы и пупы. Это Майнкрафты. Я такое не люблю смотреть. А, ну это можно смотреть. Я знаю уже, как переводится come here. Я уже знаю. Ого, я не смотрю фильм. Чел, тебе смешно? Нахуй! Ебать! Блядь, я не буду смотреть, да пиздец. Я боюсь... А, блядь, я боюсь очень сильно, я не могу, блядь. Я не могу смотреть, извините. Где я, блядь? Я в замкнутом пространстве! А где я? Дорого. Да похуй. Ну, бля, похуй, я, ты конечно, заплатил. Похуй, я же плачу, конечно. Ну, да, чё? Я тебя люблю, бля, не настолько, бля. Когда пос... Будет сосать-то жёстко. Ух ты, блядь, как сложно остановить! Всё, хватит. Хватит, хорошо, понемножку, бля. Фу, бля, какие мы... Мы встретимся с Бородевичем, и я его, блин, засосу нахуй. Я люблю Бородевича, у меня стоит на Бородевича. Всем здорово, вам привет! Все понятно, бля, всем здорово, вам привет.